во Дворце культуры прошла традиционная церемония чествования победителей и призеров школьных олимпиад. Торжественное событие – это итог работы Управления образования администрации Угличского муниципального района и образовательных организаций по выявлению и поддержке одаренных детей. Участниками церемонии стали более 300 учащихся, их родители и педагоги. В каждое время говорят, что вот не та пошла молодежь, а я хочу сказать, что у нас самое лучшее, самое прекрасное. Мы вами гордимся, мы на вас надеемся. Уважаемые, дорогие педагоги, вам низкий поклон за вашу работу. Я прекрасно понимаю, какая ответственность лежит на ваших плечах, сколько сил, энергии вы отдаете. Я хочу сказать огромное спасибо, дорогие, милые родители, это вам. Спасибо вам за хорошую семью. А хорошая семья – это сила нашего государства, это сила нашей малой Родины. И хочу сказать, что, ребята, спасибо вам, что вы делаете огромный результат. И самое дорогое для нас, для родителей, это когда у наших детей все прекрасно. А еще вдвойне приятно, когда дети самые лучшие. Вот вам огромное за это спасибо. Олимпиадным движением в районе охвачены все, от воспитанников детских садов до 11-классников. В текущем учебном году 974 учащихся приняли участие в муниципальных этапах олимпиад по 21 предмету. Это Всероссийская олимпиада школьников, олимпиада начальной школы, олимпиада по педагогике и олимпиада воспитанников дошкольных образовательных организаций «Умники» и «Умницы». 62 участника стали победителями, 175 – призерами. Я вот смотрю на вас, ребята, вижу, что вы не только успешные в учебе, но очень успешные и в жизни нашего города, и многих вас я знаю, вы большие общественники. Это говорит о том, что вы действительно достойные граждане своей малой родины и своего государства в целом. Грамотами, золотыми и серебряными медалями награждаются Завьялова Наталья, ученица 7 класса физико-математического лицея, победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии, призер муниципального этапа по математике. Традиционно чествовали тех, кто защищал честь Угличского района на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и областных олимпиадах, а также их родителей. 21 семья награждена книгами и благодарственными письмами. Грамотами, благодарственными письмами, золотыми и серебряными медалями и памятными подарками награждаются Баранов Матвей, ученик 9 класса средней школы номер 8, призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и победитель муниципального этапа по географии, победитель муниципального этапа по экономике, призер муниципального этапа по биологии, экологии, математике, обществознанию и химии. Родители Вероника. Баранова Ольга Алексеевна, Баранов Алексей Сергеевич. 52 педагога-наставника, подготовившие победителей муниципальных олимпиад, а также победителей и призеров региональных олимпиад, отмечены благодарственными письмами Управления образования. Именно их профессионализм, их терпение, их творчество, их уверенность в вашем завтрашнем дне, в вашей победе привела к тому, что вы стали победителями, призерами всероссийских олимпиад. Благодарю вас, дорогие наши педагоги, за ваш труд, за ваше терпение. И хочется также озвучить, как озвучили несколько наших выступающих, низкий вам поклон. Вместе с музыкой повзрослеем мы, с микрофонами и децибелами, и веселые, и сердечные.